Безопасность труда – это проблема, которая не утратила своей актуальности. Жизненно важно с юности воспитывать правильное отношение к организации трудового процесса. Очень интересным опытом стало обращение к творческим способностям детей, заинтересованных этой серьезной темой. Охрана труда глазами детей и «Помни, работник везде и всегда, главное – это охрана труда», а также приз зрительских симпатий за лучший рисунок – вот номинации краевого конкурса, на которые представили свои рисунки и творческие проекты учащиеся со всего Славянского района. Без малого 1000 славянских ребят подготовили свои работы. Лучшие из них после победы в образовательных организациях прошли на второй этап конкурса. В комиссии стояла непростая задача, разумеется, определить те работы, которые максимально раскрывали бы ту тему конкурса, который проводился. Поэтому те работы, которые будут отправлены для участия в краевом этапе конкурса, который у нас пройдет с 4 по 7 февраля уже в краевой комиссии, разумеется, эти работы должны полностью соответствовать тематике конкурса и достойно представить наш район. После осмотра всех работ жюри муниципального этапа конкурса определило победителей в двух номинациях и двух возрастных категориях. Эти работы будут представлять Славянский район на краевом этапе. Хотелось бы сказать, что еще проходит онлайн-голосование, то есть и лучшие работы, рисунки именно, будут выставлены на интерактивном портале службы труда и занятости населения Краснодарского края. И каждый житель нашего района сможет принять участие в онлайн-голосовании. Оно будет проходить с 30 декабря этого года и продлится по 4 февраля 2020 года. По итогам конкурса победители и призеры краевого этапа будут награждены грамотами Министерства труда и социального развития Краснодарского края и ценными подарками, а педагоги, под чьим руководством были выполнены работы, благодарственными письмами. Но кто бы ни победил в краевом конкурсе детских рисунков «Я выбираю безопасный труд», тот уже достиг намеченной цели – помог в воспитании ответственности к охране труда у подрастающего поколения. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».